Смотрите завтра в «Больших новостях». Алматинская история ужасов. Кто защищает подозреваемого в убийстве Аяжан Едиловой? Зачем он не спеша отрезал голову ее и варил? В чем обвиняют жертву потрошителя и при чем здесь социальные сети? Имеются разные мнения, мы поэтому проверяем все версии, которые возможны. Успешный провал. Почему Минздрав не признает низкие темпы вакцинации населения? При сохранении таких темпов вакцинации нам понадобится примерно 15 лет. Где не хватает вакцины и за что президент грозит отправить правительство в отставку? Второй год запретов. Как рестораторы и продавцы снова остались без работы? Не можем мы дальше сохранять рабочие места. Будет ли государство помогать бизнесменам и есть ли польза от локдауна? Спасибо вам большое, что нам, рестораторам, разрешили работать в летнике. Будем кушать. Большие новости в субботу в 21:00 на КТК.